Приветствую вас. Ответом на ваши вопросы, а точнее на один вопрос, будет да. Да, да, да. Будет результативно прийти к психотерапевту с проблемами, которые вы описываете. Психиатр нужен, скажем так, для более патологичного, патогенного аспекта ситуации. У вас такого аспекта ситуации нет. Поэтому да, да, и еще раз, да, я думаю, что вам можно обратиться к психотерапевту, который вам уже помогла, которая вам уже помогла. Вы пишете, 3 недели назад я перенесла сильный стресс. По поводу чего? У меня уже более месяца такое настроение, что не хочется делать ничего. Что случилось месяц назад. Хочу сидеть дома, что вам это дает. Если я что-то достигаю, то не радуюсь за себя. Вы обесцениваете себя. И думаю, что с того потеря жизненного смысла. Постоянно грустно, по поводу чего, как вы к этому относитесь. Периодически думаю о том, что не хочу жить. Опять-таки потеря жизненного смысла. Уже обращалась к психотерапевту, она мне помогла снять ОКР и вылечить ОКР и снять психологический блок. Ну, если у вас было ОКР, то вам как раз таки нужно было обратиться к психиатру, а не к психотерапевту, потому что психотерапевт все-таки немножко занимается другим. Будет ли результативно прийти к психотерапевту с проблемами, которые есть сейчас? Да, да, будет. Нужен психиатр. Нет, психиатр не нужен. Могите, пожалуйста, я очень запуталась. Запутались вы в чем, Екатерина? То есть я, вот, честно говоря, не очень понимаю, в чем конкретно вы запутались. Вы поясните, какой конфликт у вас. А то так как-то непонятно, на самом деле. Вот так примерно можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы. Пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.